Иди сюда. Раз. Привет. Привет, привет, наши дорогие друзья. С вами Михаил и Лилия. И у нас сегодня будет обзор заказа номер 2 по каталогу номер 13 на 166 баллов из компании Oriflame. И заказ мы снимаем сегодня в таком необычном месте. Мы в нашем парке около дома. У нас была велопробежка. Сколько мы проехали? Километров, наверное, 10, да, проехали? Мошки. 10,5. 10,5 километров за заказом. Пятница, в Саратове пробки, и мы решили ударить велопробегом. А еще у нас тепло, у нас просто так классно на улице, поэтому я сейчас вам покажу. Мы совмещаем приятное с полезным. Да, просто так не хочется сейчас уходить домой, и мы решили еще посидеть в парке и заодно показать вам заказ. А после этого часть заказа не доедет до клиентов, мы их сразу не до дома не доедет, мы сразу раздадим. Да, уже пишут, звонят, говорят, быстрее приносите заказ. Итак, давайте показываем. Миш, иди за пульт. Ох, тут у меня сегодня такой классный заказ. Это серия Novage эмульсия противовоспалительная. Я сама такой пользуюсь эмульсией. У меня есть на канале обзор. Как раз я показывала, как ее наносить. То есть здесь все просто. Это такой жиденький крем, флакон с дозатором. Я не буду открывать, потому что это под заказ. И у него такой специфический аромат, кстати, необычный. Вот как мне клиентка сказала, что пахнет кофе. Мне не пахнет кофе, но какими-то вкусняшками. Но немножко навязчивый, на мой взгляд, аромат. И я рада, что мне не нужно каждый раз им пользоваться, потому что это именно на те места, где вылазят прыщики. У меня недавно вылез очередной прыщ вот тут прям. Вот тут такой больнючий, огромный, он раздулся под кожей. Представляете, я быстренько намазала на ночь, утром встаю, он прям весь выбрался наружу, я еще раз помазала и его как будто стерла рукой. Я не знаю, что тут в составе такое волшебное, но оно 100% работает, поэтому я вам с удовольствием рекомендую этот продукт. Все коды продуктов будут прямо под видео с названиями, не ошибетесь. Так, далее. Тут еще у меня два крема, это наборы. Они идут по акции. Так, один нашла флакончик, второй не вижу. Ну, он нам точно попадется. А смотрите, у нас сейчас только на сайте идет специальное предложение. Очень выгодная покупка вот такого набора. Здесь дневной крем для нормальной комбинированной кожи серии Optimals. И второй это бустер. Бустер, я забыла, какой здесь бустер. Просто написано бустер для лица, а именно какой, ну, для всех типов кожи, понятно. Что такое бустеры? Это специальная добавка к крему, которая усиливает все активные компоненты крема и помогает глубже проникать крему и благоприятнее воздействовать на кожу. Я, честно говоря, этим бустером пользуюсь, ну, разными, я все время меняю. Уже у меня заканчивается сейчас третий флакон. Мне очень нравится его добавлять в крем. Там буквально нужно 2 капельки. Я добавляю 2-3, как рука возьмет. Кто-то пишет, одной капли достаточно. Ой, меня ветер задувает волосы. Эффект мне нравится. Он считается как маленький такой помощник. То есть такой продукт, который помогает нам при стрессах. Например, вы не выспались, проснулись утром, кожа такая потускневшая, уставшая. Возьмите этот бустер, добавьте в крем, перемешайте. Я прям на ладошке делаю замес и нанесите на кожу. Вот реально работает. Вроде бы такой маленький продуктик, там 2 капельки, ну, но работает круто. У меня 2 набора таких заказали. Так, и вторая часть его где-то здесь, в сумке, сейчас найдется. Так, у меня заказали 2 набора для коррекции бровей. У меня сейчас именно этим корректором, вернее, именно таким, у меня такой же дома сделаны брови. А это все-таки один из моих любимых продуктов. Нет, самый любимый продукт для бровей, потому что я пробовала карандаши, я пробовала просто одной тушью пользоваться. Тенями раньше пользовались, тоже подбирали, но все не то. Этот мне идеально нравится, идеально подходит. Я в последнее время записываю ролики для Инстаграма, такие коротенькие, маленькие. Вот посмотрите, буквально вот на днях выйдет ролик, как я крашу отдельно, кусками буду, записываю отдельно тон лица, как нужно выложить. Меня лист прибил прям по голове, это к деньгам. Отдельно брови, то есть отдельно губы, отдельно глаза. То есть все будет по отдельности частями, чтобы вы посмотрели то, что вам интересно. И все это сохранится в Инстаграм. Поэтому подписывайтесь на мой аккаунт.
Ссылка тоже есть, прямо здесь ее найдете. А вот еще какой классный набор. Это тоже акция только на сайте. Вы не найдете в каталоге эти продукты, только на сайте. Вот такой набор. По-моему, 99 рублей цена каталога. Представьте, крем для рук вкуснейший. Мыло. Мыло такое классное, оно там в форме сердца. То есть это пахнет. Ой, как пахнет прям через упаковку. Пахнет сладенько конфетками. Представьте, какой классный подарочек. Вложить клиентам в заказ. Просто подарить кому-то, сделать маленький комплимент. То есть, если вы хотите, вот вы часто мне пишете, я не знаю, как найти клиентов, но возьмите да подарите. Вот, вот ваш расходник выйдет, я не знаю, 40 рублей один продукт. Это же доступно. Дарите людям продукцию, и они будут не просто вам благодарны, они будут хотеть еще ее заказывать. Вот и все, никаких особых секретов нету. Я прям на лавку все складываю. Так, здесь у меня еще два таких набора. Вот еще одно мыло нашла, и вот еще одно мыло. То есть всего три наборчика. Я эту информацию скинула в свой клиентский чат. То, что у нас такие наборы по акции, то, что это только для партнеров компании, то, что этой продукции вы нигде не найдете. И с такими огромными скидками. Все расписала, и у меня сразу все заказали. Ребят, делайте клиентский чат и пиарьте там наши акции, интересные продукты. Давайте людям возможность экономить денежки, и они вам будут благодарны. Так, далее. Здесь у меня еще один крем. Это, кстати, по-моему, палетка. Да, палетка для бровей. И вот этот крем из... из каталога «Выгода максимум». Да, я себе взяла еще один крем. Я сейчас только такой открыла. И он у меня был последний. Это пряности, это здесь яблоко и корица. Как я люблю этот аромат. Вот он уже несколько лет у нас периодически появляется в каталогах, особенно к Новому году. И вот знаете, я все время его беру. Особенно вот мне еще нравится мыло в форме яблока. Оно выглядит... То есть оно сделано как ручной работа мыло, такое полупрозрачное, оно так вкусно пахнет. У меня даже такой прикол был, запах какой. У меня приезжал брат из Москвы, а у меня это мыло лежало на столе как ароматизатор. Просто мне настолько нравится этот аромат, что я его беру, понюхаю, положу и, в общем-то, пахнет. И он подошел к моему столу и такой нюхает. Я говорю, ты что? Ну, на чем тут так вкусно пахнет? Я говорю, это вот это мыло. Он такой, ого, такой взял, понюхал. Забираю, я говорю, забирай. Он его в карман положил и возил его потом в машине долго-долго. Потом, не знаю, наверное, отнес домой все-таки руки мыть. Потому что это очень вкусно пахнет. Продолжая эту историю, рекомендация. В жару это мыло лучше в машине не хранить, расплавится. А ты пробовал? Я догадываюсь. Может, оно у него расплавилось? Я не знаю. Так, дальше продолжаем. Это серия для ухода за молодой кожей Pure Skin. И сейчас в каталоге она идет по очень выгодной цене. Это полный комплекс. Мне заказала тоже клиентка для своей дочки. Подросток, 15 лет. Гель для умывания отдельно. Тоник не взяли, говорит, не будет пользоваться. Далее, матирующий крем для лица. Вот этот маленький, это специальный такой аппликационный, то есть наносить только на те места, где вылезло воспаление. А вот эта маска, маска для лица, просто маска для лица на 5 минут написано. Надо все всегда делать по инструкции. Вот такой наборчик классный для того, чтобы кожу молодую сохранить красивой, потому что часто в таком возрасте начинает возникать воспаление. Кстати, подростки за это очень сильно комплексуют, очень сильно переживают, стрессируют, становятся замкнутыми, закрытыми. И кто, как не мы, взрослые, должны об этом позаботиться. То есть заранее, не ждать, когда уже все, вообще будет катастрофа, и надо будет идти к врачу. А начать об этом думать сразу и посмотреть, какое питание у ребенка, чем он умывается, регулярно ли он делает, чтобы он менял полотенчик каждый день желательно, да, после каждого умывания можно одноразовые салфетки поставить. То есть здесь очень важно научить не выдавливать прыщики, да, вот, ну, не трогать лицо руками и так далее. Но я думаю, что каждая мамочка, которая сталкивается с такой проблемой, она изучает эту тему очень тщательно. Так. Это набор, смотрите, это я сделала на второй номер заказ.
избрала подарок по акции «Жаркие скидки», опять взяла такой же. Мицеллярная вода, карандаш для глаз механический, черный, и помада. Оттенок классный, помада вкладывают. Вот всего, по-моему, 300 рублей набор стоит. Я считаю, что это самое выгодное из всех там предложений, ну, по крайней мере, для меня. У меня часто мицеллярку заказывают, помада очень ходовой цвет, часто карандаши берут. То есть, ну, как бы это будет отличный повод встретиться с клиентами. Так, еще одну помаду в заказ. Я уже боюсь тут класть мелочи, чтобы они не рассыпались, кладу обратно. Так, заказали помаду On Color или On Color. Все время забываю, как ударение поставить. Миш, как правильно? Че, два? Он мне показывает. On Color. On Color. Давайте посмотрим цвет. Сейчас отнесу. О, какой он приятный! Смотрите, такой нюдовый оттенок. Код будет под видео, а то, боюсь, я не рассмотрю код. Нет, рассмотрю. 38744. Кстати, я очень полюбила эту помаду. У меня есть один оттенок, и я второй никак не выберу. Может быть, мне такой светлый взять? Нет, наверное, я сольюсь с ним. Ну, ладно. Очень хорошая по качеству помада. И вот у меня сейчас губы не накрашены. Мы съели по груше. Выпили почти целую бутылку воды. Вот. И уже хочется губы прям накрасить. Я бы сейчас с удовольствием, конечно, покрасила, но помады у меня с собой нет. Так, это еще не все. Нашелся бустер еще один. И здесь в заказе два крема. Новинки. Skinergize, потрясающая серия. Эта серия подходит для всех типов кожи, с любого возраста, даже с 18 лет можно пользоваться, если уже возникла проблема, тусклость кожи, например, там, что-то усталость, помятость. То есть можно внедрять свою серию, например, только сыворотку, потому что сыворотка дает такое сияние на лице, просто вау, вот эффект моментальный. Я делала обзор на эти продукты, посмотрите еще раз, если не видели в плейлисте. Так вот, я уже пользуюсь какое-то время этими продуктами, мне так нравится, хотя, кто-то, да, скажешь, 18 лет и 46, тетенька, да, какой тебе Skinergize? Очень нравится и эффективно. Сегодня просто слушала целую лекцию по составу, и я поняла, что вот эта смена True Perfection поменяли на Skinergize. Очень круто поработали ученые. И вот по нанесению продуктов мне очень нравится. То есть они отличаются от других серий. NovAge невероятная легкость и в то же время эффективность. То есть я вижу, что мое лицо достаточно увлажненное, еще и сияет. В общем-то, я в восторге. Так, и это еще не все, еще два продукта, даже три. Вот, покажу сейчас малявку. А, тоже этот блеск, как же он называется, то есть он подстраивается. Нет, он... То есть его наносишь, он сначала прозрачный, а через какое-то время он становится ярко-розовым. Кстати, очень классная идея. Вот у меня заказали такой крем и два аромата, тоже одна клиентка заказала. Be the Legend и So Forever Together Hyo. Два аромата себе и своему молодому человеку. Вот такие вот заказики. Классный заказ, я хочу сказать, мне так все понравилось. Кстати, что интересно в этом заказе, единственный продукт для себя, крем и набор, один мыло и крем для рук я взяла в подарок. Слушайте, давно такого не было, обычно я все себе любимой, но вот... Вот теперь побаловала клиентов. Все. Спасибо вам за внимание. Я вам желаю всем чудесной осени, классного настроения, супер позитива. Больше двигайтесь, занимайтесь спортом. А мы поедем все-таки домой. Хочется уже кушать. Я нагуляла себе аппетит. Клиентам завезем, но это рядом. То есть у меня все клиенты в пешей доступности от дома где-то 5, максимум 10 минут. А мы на велосипедах, так что через 2 минуты будем на месте. Клиенты ждите. Пока-пока.